Сегодня я залетел на новый 22-й сервер Чока и словил там топовое имущество. Все имущество, которое я словил на новом сервере, я разыграю среди вас. Но для того, чтобы выиграть, тебе всего лишь нужно скачать Black Rush по ссылочке в описании, написать комментарий и поставить лайк. И осталось ждать победителя в следующем видосике. Ну а вообще, мой основной сервер — это Аква. Переходите играть сюда вместе со мной и регистрируйтесь на мой ник Алонсо Капелла. И вводите мой промокодик хэштег Алонсо, ведь уже промокодов и вводов там очень дофига. Короче, всем спасибо, всех жду на Акве. Задонатил я всего косарик рублей, под x2 получилось 2000, и за эти деньги я словил много чего интересного. После того, как ты зашел на Чока, тебе нужно ввести промокодик. Ну как же ввести промокодик, если у тебя нету второго уровня? Так что давай, проходи квесты и вводи мой промокодик хэштег Алонсо. Он тебе даст 15 кэсиков и 2 опыта. Я думаю, это неплохо. Какой бонус на начале игры. Ну а пока я еду в деревню, где я словил топовый домик, хочу вам показать его. Расскажите мне в комментариях, что же вы словили на открытии Чоко. Да и вообще, были ли вы на открытиях серверов? И вообще, что вы ловили на открытиях? Мне будет очень интересно почитать, ведь вы знаете, что я лайкаю абсолютно все комментарии. Олды моего канала, наверное, будут в шоке, потому что я словил домик, который был у меня на рейде. А на рейде я проиграл почти 1,5 года, ребяточки. Так что вот он, домик в Гореле, который еще остался с тех времен. Так, ну а в принципе, это обычный деревенский домик за 300 косарей. Очень топовый, со своим огородом в подвале. Ну короче, очень топовый деревенский домик с ковром на стене, с душем, ванной, туалетом, со всеми удобствами. Прикупил себе вот этот вот мопедик. Ладно, шучу, пацаны. Осталось самое главное. Это сим-карты, которые я словил. Вы посмотрите, просто, пацаны, 13 сим-карт. 13 топовых сим-карт, которые через примерно месяц можно будет продать минимум по 500 тысяч. 13 сим-карт, ребятки, по 500 косарей, это минимум 10 миллионов. 10 миллионов можно будет заработать с перепродажи вот этих вот сим-карточек. Ну а задонатил я, напомню вам, что косарь рублей, то есть в x2 я получил 2 косаря, и я словил столько вот имущества. Это промокод, это все вот эти сим-карты, и это вот этот вот замечательный мой домик с реда сервака. Ну а сейчас на своих экранах вы видите победителя на 3 лямчика, но в этом видосике я разыграл абсолютно все имущество, которое я словил на новом сервере. Это первое место получит дом в Гореле, мой старый дом с реда сервака. Короче, вам нужно просто скачать игру по ссылочке в описании, поставить лайк и написать комментарий. И следующие 13 мест получат по рандомной симке, которую мы раздадим на стриме. Так что, в принципе, ставьте лайки и участвуйте, и заходите на следующий стримчик, там я сделаю итоги. Ну а с вами, как всегда, был Алонсо Капелла. Всем удачи и всем пока!